Приветствую всех на своем канале Орхидея Татьяна. Сегодня я хочу вам рассказать про свои реанимашки, как они себя чувствуют и каких успехов они достигли. Для начала покажу вам вот этот цветочек. Если кто знает название его, пожалуйста, напишите мне. Смотрите, какой он симпатюлечко расцвел. Видите? Полосатик. Это восковой цветочек. Смотрите, эти. Я хочу показать со всех сторон, чтобы, ну, кто узнал название этого цветочка, написал мне. Эта орхидеечка выпустила новый цветоносик, но она его чего-то перестала продолжать его рост. Отчего я присмотрелась, и смотрите, появилась у нее чернота. Эту черноту нужно срочно вскрыть и применять меры. Но это будем делать в следующем видео. Сегодня я расскажу вам. Это я оценочку купила, и она у меня недолго стоит, даже неделю не стоит. И вот появилась чернота. Я смотрю, цветоносик вот растущий. А эти почечки вот у меня дома распустились. Посмотрите, какая красота происходит. Мне так нравятся эти цветочки вообще. На нем все цвета. И желтенький, и малиновый язычок такой обалденный. Еще и восковичок. Я не ожидала такую реанимашечку купить, конечно. Уценочку, не реанимашечку. У нее листиков вот много, видите. Ну, вот эта вот чернота, надо ее срочненько что-то применять. Затягивать нельзя, а с этой чернотой будем бороться в следующем видео. И в конце видео я покажу вам еще одну уценочку, которую я приобрела. Сейчас не буду вам ажиотаж заводить, но покажу обязательно в конце видео. И распаковку в следующем видео будем делать. А сегодня о реанимашечках. Вот мои реанимашки. И хочу рассказать, как они себя чувствуют и в каких условиях я их содержала. Вы не смотрите, листочки пыльные. Да, пыльные, я их не купаю, так как я боюсь загнивания. Я же хочу, чтобы они пришли в себя, восстановились. И мне это кое-где удается. Смотрите, листочек молоденький, пошел в рост. И очень хорошо увеличивается в размерах. А посадила его в такую систему. Внизу пеностекло, керамзит, кора и мох сверху. И вот хочу показать, смотрите, как он наращивает корешочки. Эта орхидейка была с двух листочков. Полностью без корней. Я показывала, у меня было видео орхидейка с одного листочка и с двух. Вот это было с двух. Вот этот листочек оставался держаться и вот этот. И корней вообще не было. И вот она нарастила. Пенечек я практически срезала. Чуть-чуть там кусочек оставался. И вот она смогла выжить. Видите, какой красивый пошел листочек. Это она цвет как каода. Очень красивый темный цвет, только намного крупнее цветочек. Я вот написала, что она черная, но она практически черная. Корней в горшке не видно. Это закрытая система получается. В дырочек вообще нет. И на уровень пальца я наливаю воды через край горшка. Я не поливаю все полностью, чтобы шейку не замочить, чтобы орхидеечку не потревожить. И смотрите, какой прекрасный корешочек. Но если это цветонос, я его, конечно, удалю. Мне нужны сейчас корни в данном случае. Ну, может быть, даже корень. Хотелось бы посмотреть с той стороны. Интересно. Не буду ее тревожить сильно. Но результат налицо. Мне нравится такой результат. Это отложим в сторону. Теперь расскажу вам про орхидейки, которые я выращивала в мини-тепличке. Вот у меня есть такая большая колба стеклянная. На дно колбы я наложила керамзит
и наливала водички. Ну, вот так вот. Это керамзит просто намок. Вот столько. У меня есть такая вот спринцовочка, и по краю вот так колбочки я наливала воду, чтобы не намочить. А это мокрый корешок. Это я решила его замочить в воде. Думала, ему будет приятней. И зря сделала. Он так хорошо себя чувствовал. А сейчас видите как? На ночь я поставила в водичку и немножко плохо. Ну вот, смотрите, в теплицу. Видите, как он пустил корешочек? А листочек новый не пустил. А это я только вынула с водички. Вот еще один экземплярчик я поставила в воду, видите? И тоже зря. Тут были такие зеленые старые корешочки. И они вот за сутки превратились в чвякалки. Я думала, им будет лучше, когда оно напитается влагой, все, а оно, видите, как хуже. Ну ничего, я их срежу, вот почечка пошла в рост. Это они все вместе стояли в тепличке. Это уже безнадежные орхидейки были, и поэтому я их все вместе поставила в тепличку, в мини-парничок, извините. Сверху я не накрывала ничем. Вот, видите, и она выпускает вон молоденький маленький листочек из центра. Очень хороший, хороший пошел листочек. И вот почечку она пустила, красотулечку. А вот эти корни, конечно, уже отсохнут. Они уже показали себя. Видите, чвякалки. Чуть-чуть воды дошло. Вот это нужно срезать, обязательно зачистить. И сейчас я вам буду показывать, что я буду с ними делать дальше, чтобы они наращивали корневую систему. Пока я покажу, поставлю в этот стаканчик и покажу вам следующую орхидейку с тепличек. С парничка вот я достаю. У нее корешочки полностью все отсохли. Но это реанимашка была от неправильного полива еще в магазине. Я вам скажу, то не долили, то перелили, и корни пришли в негодность. Вот она выпустила молодой длинный корень. А как только орхидейка начинает выпускать корешочки, раскукливаются или кончики, или она наращивает, с ней нужно что-то производить. Лучше всего посадить. И мне сегодня нужно будет обрезать эту всю корневую и высадить эту орхидейку. Вот тоже еще пускает почечку, видите? Вот она маленькая. Так. И последняя орхидейка, которую я поставила все вместе, хочу вам показать. Смотрите, листочек засох, но она вот выпустила. Одна почка, вторая почка. И с этой стороны почка. Но она здесь немножко повредилась, эта почка, так как прижалась к стеклу. Немножко и лист у нее некрасивый. Сморщены у этой орхидейки. Но вот этот листик, который рос, ой, этот прямо отпал моментально. Я дотронулась, он отпал моментально. Это нужно выбросить. Сейчас я с вами почищу эту орхидеечку. Приведем в порядок. И тепличка мне, парничок мне больше не нужен. Будет пустой, ждать новую орхидейку. А с этими орхидейками нужно что-то делать. Они не должны так оставаться. Если я их оставлю просто дальше, они либо загниют до конца и пропадут, но надо что-то делать. Будем спасать этих красавиц. Они должны нас радовать своей красотой. Но для начала мне нужно как бы зачистить это все. Ну, потому что в таком состоянии сажать их, ну, невозможно. Ни в коем случае. Вот этот корешочек, наверное, оставлю. Мокрый, зря я намочила. Видите, мокрая-мокрая. Наверное, оставить его подсушить. Этот сегодня сажать не будем.
чуть-чуть вот это обрежу и оставлю подсушить. Думала сделать лучше, а получилось как всегда. Не нужно было этого делать. На полочке осталось. Возьмем эту орхидеечку. У этой орхидейки нужно удалить все вот эти сухие корешочки, которые непригодны к жизни. Она стояла давно в этой мини-парничке, и она показала то, что ну, они отсохли, они не жизнеспособны, непригодны к тому, чтобы восстановиться. И давать новые корни. Ну, работа у нас долгая, конечно, затянется видео, но что сделаешь? Нужно же показать вам до конца, как я удаляю вот это вот все, зачищаю и во что я буду сажать. Если интересно, досмотрим до конца. Ну, кому не интересно, переходите на другой канал. И смотрите других блогеров. Я никого не заставляю смотреть. Я просто делаю то, что считаю нужным в данном случае. Смотрите, вот эти ненужные все корешочки я удалила. А вот эти молоденькие, что она пустила, конечно же, оставим и будем ждать наращивания. Видите, сколько она пустила? Вот этот корешочек. Вот пустила, вот этот выпустила. Вот этот вообще какой сильный. Из пазухи листика вот вышел с вот этого. Все. Эту орхидеечку мы привели в порядок. Больше ее очищать не буду. Ну, чтобы не делать ей живых ранок. Листик этот новый. Плотненький, хороший. И там еще один. Нет, это не в этой ситуации. Здесь не растет еще один. Эти листья я удалять не буду, так как она с них еще берет силы. Что мы делаем с этой орхидейкой? С этой орхидейкой надо вот этот вялый корешочек убрать, который ну, превратился в жидкость такую скользкую. А эти все корешочки мы оставим, так как она только-только опустилась в рост. Вот этот пень тоже удалять не буду. Это при последующей пересадке я уже вам покажу, как я до какого уровня, так или так. Ну, зависит от того количества корней, сколько она нарастит вот с этой зеленой шеечки. И затем мы удалим до нужного уровня эту засохшую шейку. Если ее сейчас удалить, там будут микрораночки. И растение будет подгнивать и болеть слегка. Грибок, может появиться еще что-то такое черное. Вот она пустила, смотрите. Листочек молоденький. У нее все нормально. Этот корешок плотненький. Я его удалять не буду. Так, две орхидейки готовы. Теперь смотрим эту орхидеечку. Это я все посажу в один горшочек. Ой-ой-ой, этот листочек надо удалить. Этот, видите, как пришел в негодность. И этот, наверное, какие-то вредители еще поработали здесь. Видите? Скорее всего. Но еще придется обработать от вредителей, чтобы она не мучилась. Так не хочу удалять тот листочек. Желтый, понятно, что нужно удалить. А вот этот вот, он мне так мешает здесь. А если я его удалю, что здесь останется? Ничего не останется. А если не удалю? Тоже плохо. Нет,
придется удалить, там корешок пошел в рост. Сейчас аккуратненько, не спеша. Так и быть, удалим. Будем делать эксперименты по восстановлению этой орхидейки. Она сама хотела, ну, расти, жить. Мы ей просто чуть-чуть слегка помогаем. Это все происходит из-за того, что вот этот листик пожелтел. Так бы мы его не удаляли. Ой-ой-ой, корешочек повредила. Ой-ой-ой, ну что сделаешь? Повредила, так повредила уже. Жалко, конечно. Ничего не поделаешь. Так получилось. А если бы она просто погибла? Было бы тоже. Либо так, либо так. Так. Вот. Молоденький корешок. Вот это, наверное, придется подрезать. Ай-яй-яй, жалко. Но сильно вялая. Кто-то его все-таки подъел. Вот, все, больше я с ним ничего делать не буду. В таком состоянии будем сажать эту орхидеечку. Вот эти у нее. Вот этот корень тоже бы убрать, подрезать шеечку. Ну, толку, если я его уберу. Тут нет корней. Ну, хотя бы чуть-чуть будет питать. Это сейчас уберем мусор. Хотела посадить 4 орхидейки, придется посадить 3 орхидейки. Ну ничего, 3 это тоже хорошо. Вот такое количество сухих корней я убрала. Один мокнущий корешочек и один желтый листочек и один зеленый листочек, который мне мешал добраться до желтого. Он бы еще поработал на орхидейку. Но мне нужно было снять чешуйки, которые приходили к желтому листочку и касались шейки растения. Поэтому пришлось убирать. Так, сейчас я вам расскажу и покажу, во что я буду сажать свои орхидеи. Вот, смотрите, пожалуйста. Я взяла двойной горшочек. На дно поставила пеностекло. Здесь у меня мох из лесу, хороший мох. Вот я его хочу пролить. Он не зеленый, но он, ну, всю зиму у меня был, все лето на улице, под деревом, в лес я еще не поехала. И поэтому вот такой он коричневенький, но он хороший мох. Тут даже есть у нас зеленые почечки, вот видите, немножечко листочки, может, он еще оживет. И я хочу в эту систему посадить. У меня здесь будет на дне постоянно водичка, а свои орхидеечки я посажу в мох, просто вот так раскопаю и положу одну, эту большую посерединке поставлю, вот так. Вот. Орхидейки очень любят расти в мхе. Именно мох, который я привожу из лесу.
Сфагнум мох. Ну, тоже хорошо, но, понимаете, он, ну, не живой мох получается. Сфагнум это уже пересохший, высохший. А этот мох у меня живой, он был зелененький. Вот мы скоро опять поедем в лес за грибами. Я опять наберу партию мха. И в таком состоянии мои орхидейки будут расти все вместе. Это реанимационная больничка. Ну, наверное, вот эту орхидейку тоже посажу вот здесь с краечку в мох и буду следить за ее состоянием. Сегодня я мочить не буду. Больше мох я немножко смочила. Сегодня я сделаю немножко им обработку от вредителей. Вот у меня такой препаратик. Ним, если опрыскивать растения каждую неделю, раз в неделю, то вредители на растениях не появляются. Очень хороший препаратик. Он защищает вот от таких белокрылка, щитовка, клопы, трипсы, попелыцы. Итак, я обработаю свои растения от вредителей. А все обработка происходит из-за вот этого одной орхидейки, которого покусали какие-то вредители. А может быть, это ожог какой-то, я не знаю. Если кто знает, подскажите. Вот, все. Вот это у меня орхидейки реанимационные, 4 штучки в одном горшочке. И будем за ним наблюдать. Я вам все буду рассказывать, показывать, что с ними происходит и как они себя чувствуют. Сейчас я их поставлю на полочку. Вот я их поставила на полочку, от окна они очень далеко. И будем следить за их состоянием, как они будут развиваться. Потому что в этой тепличке, колбе, они развивались очень хорошо. Они пустили. Я их думала уже выбрасывать, уже вообще безнадежные. Но они пустили с признаки жизни и пошли в рост. А сейчас покажу вам орхидейку, которую обещала. Я купила ренимашечку. Посмотрите, какой у нее цвет обалденный. У нее, смотрите, все цвета на лицо. Сейчас я попробую выключить. Не ренимашечку я купила, а уцененочку. Сейчас как этот фонарик включается. Вот, посмотрите, какой цвет красивый этой орхидейки. Не знаю ее название, но она обалденная. Сейчас я выйму ее из горшка. Вот ее цена. Хорошая цена, мне очень понравилась. Вот посмотрите, какая прелесть этот цветок. Тоже название его не знаю, на горшочке ничего не написано. Он такой плотненький. Мне нравятся в последнее время плотные цветочки. Но этот я купила вместе с цветком. Этот я увидела и сразу купила. Хоть увидела, какая у него там корневая. Тоже будем спасать, лечить. Но это уже в следующих видео, потому что сильно. Вот на ней еще бегает какая-то живность. Вот видите, надо лечить. Ой, улетела. Это видно трипсики. Сейчас я тоже обработаю его вот этой препаратом. Ну, все подохнет, все сделаем. А на следующем видео будем спасать это растение. Ну, как не спасти такую прекрасную орхидеечку? Сказочно. Всем удачи, всем пока. До новых встреч.